Немного на фестивале. Хочется немного поснимать. Так, чисто с ребятами поболтать и что-нибудь показать. Это чтобы людей больше не зазывать, как сгорел бред. Все правильно, больше не надо. Сейчас по-быстрому отремонтируют. Всегда есть запас. Апокалипсис. Не, ну слушай, тут удобно, когда горят, можно сразу видеть. Ну да. Какой сгорел? А, вон вижу, вот. Слева. Бля, неудобно. Ну что, сейчас поменяется. Сейчас где-то еще 2 года назад с этим человеком мы познакомились. С Сыперским, когда я приезжал в Москву. И вот она, еще одна встреча. Сейчас пройдемся, что-нибудь покажем. Здесь девчонок фоткают с корветом. Жига Ромео. Ни один фестиваль без BMW не обходится. Сейчас еще ждем пару людей, чтобы что-то поснимать. У Ромео на Audi. Ну, через камеру диски не передаются, но так диски хорошо смотрятся. Но я бы что-нибудь другое поставил. Не знаю. Пока не можем отсюда отойти. Сейчас тут все закроем и потом чуть пройдемся. И вот детишки какие-то прибежали, музыку посмотрели. Дэн, что за движуха? То есть замедлить можно, получается, в 3 раза. Повторяем, готовимся. Ну, без музыки никакой фестиваль не обходится у нас тут. Такие диски. Наклеечка не на дисках, прикольные такие. Но он и не будет слышать. Классика жанра. А где сам Ромео? Да? Где? Все, привет. Латина? Как не знаю. Откуда ты узнаешь? Догадайся. А вот по клубу? Денчику говорю, пойдем что-нибудь поснимаем. Короче, его отвлекают пока. Здесь, короче, стоит такой Генезис. Я уже прошел, посмотрел его. Тормоза надо покрасить по-любому. Такая интересная тачка. Митсуба тоже от арт-музея, по-моему. Lexus тоже. Ну, тут ребята на Лексусе. На этой. Здорово. Где в России Кеша? Привет. Мне ребята сказали. Ну хорошо, за что вы будете орать? Ты уже прорвал. Здесь музыка, кстати, громкая. Чисто Кешу поздравляю. А где у тебя Серега? На работе? Главное, историю выкладывает, а его самого здесь нет. Это видео будет на YouTube часть. Меня туда не надо. Хотя никто не знает. Закинуть тут чисто лишнее. Че, как дела? Да потихонечку, нормально. Настроение дня рождения чувствуется? Вообще капец. Особенно с утра, когда сантехника приехала. Волга, смотри, какая. Это чайзер или марк? По переду не скажешь, чайзер. А нет, марк. Какая тут самая твоя любимая тачка стоит, которая здесь? Вот она. Вот она. Самая любимая моя. Я тут тоже прошелся, посмотрел, ну. Есть что поснимать? Нет. Особенно там еще лудюха очень. Надо много, сходить. Который... Может, сходим? А ты не проходил? Не ходил? Нет. Я только вот здесь пришел, походил. Сейчас. Здесь походил. Давай. Стелек. Пиздили, пока все сделал. Я отсюда уехал в 3 часа ночи. Но это долго. Тут выставляли все равно все пока. Нет,
выходные, сейчас четверга. Я приехал, а сегодня с утра уже мне надо было, блин, по работе. Сейчас день рождения, сантехника, ремонт, у меня, блин, все. Жесть. Это когда много дел, надо... Хочу сказать... Только хотел сказать... Когда там поршень уже хлопнет. Это когда вот он просто устал весь день, еще вот надо все подготовить, все вот эти машины и выставить. Пошли сходим, все мира одного не ждут. Пошли, походим. Да, погода. Че, он долго все равно. Называем дату проведения первого мероприятия. Дэм Дрифт Контест. Ищем, кто первый? Я спиздил. Иди сюда, иди сюда. Второй вопрос. Победители первого этапа в личном. Давай, вопросе. Какие машины, я не знаю, ты будешь машины, говорить. Все есть, мы Дэм Дрифт Контест. А это что за маленькая? Половины не знаешь, да? Я сам не знаю. Не, ну стиль вообще такой бешеный. Гольф. GT типа. Давай, второй билет есть. Здесь тоже так выставлено тачка, в принципе, нормально. Фольц. Пассат, кстати, ничего. Да. Смотрится. Ветер. Хороший, типа Джапана. Ну, кстати, тут тоже стоят нормально. Блин, я где-то как будто видел, как в Сочи, знаешь, такие вот точки, тачки стоят. А я не думал, что только там, знаешь, стоим мы и смотрим. Мы там пока стояли, такой, думаю, что-то мало машин. А тут просто вот, смотрите. Такси. Движа, ведер, я даже это забываю, как тачка называется. Оп, поднялась. Nissan. Я тоже такую снимал, только которая немножко постарее как-то в историю выкладывал. А, медведи тоже. Кого-то знаю, кого-то нет. Да. Что такие тут диски. Ауди. А я когда заходил, думаю, где эти все тачки стоят? Увидел в истории, думаю, где они стоят? Блин, конечно, пройти тут еще надо. Народу очень много. Это прямо шикарная тачка. У них примерно есть такая же синяя тачка. Ага, даже прикольно. Тоже на премии, это все показ. Покрашено все? Да. Прям мощно. Бояре прям очень хорошо делают. Ну. Девочка, кстати. Девочка? А, я понял, кто это. Да, да, да. Короче, я просто хожу и просто показываю. Даже не говорю, что за название и что за марки. Сейчас. Сколько получается? Раз, два, три, четыре тачки. Очень хороший дизайн. Дизайнеров, называется, Бармалей. Ну, красивые так-то дизайны. Это что у нас? Это Volvo. Тоже прикольно все так сделано. Audi. Ну, диски, кстати, зачет вообще. На ней. Смотри, какие диски. А четвертая? На колесиках. Это квадрат чисто. BMW. Ну как без BMW здесь просто не обойтись. Mitsubishi тоже тут стоит. Она прикольно разукрашена. Вон, кстати, мой дружок стоит. Какой? На чем? Вон Audi. А-а-а. Мой аудиусный брат. Игоря! И снова привет. Короче, ты все равно как цыган выглядишь всегда. А у тебя день рождения, спасибо. Че, как у тебя? Ауди тоже клеили, да? Клеены. Это А7. Капот. Пацаны тут. Ну, красивая так-то. Че сказать. Такие монстры стоят, мощные.
FM. Это такая на посадочке. А получается на компрессоре? Да. На все бабки чисто потратил. Ну, близко к этому. Проект. Чисто зверь проект. Я клиента получил, спустился в них сервис. Я дал сразу, да. Компрессор типа не ее, да? Ее, родной. Он расточен. Снова BMW. BMW, BMW. BMW. Никуда. Блин, тачка прикольная, кстати. Мне очень нравится. На ней вот, знаешь, такой сел, такой девочку посадил и поехал на юга. Я ее знаю, она в аренде кино участвует. Она сейчас, по-моему, с подсветкой и так далее. Ага. Прикольно. Прям чисто Japan. Она такая, знаешь, Форсаж просто. Да, прям, да, Japan. Прям напоминает Форсаж. Еще пройти на народу просто жесть. Че, еще один кружочек? Вот это интересно. Я даже хочу в туалет. Понимаешь, что это не просто машина, это самоделка? Одна, вторая и третья. Это, короче, если, может быть, видел на ютубе, есть канал, Combat Crew называется. Да? Да. Они же, типа, это вообще сын одного из конструкторов. Блин, я не помню фамилию его. Они вместе. Они в те тачки припали. Честно, я ничего не знаю, пусть рассказывает. Не, главное, рассказывай. А что рассказывать-то? Они, короче, были два конструктора, мы говорим, еще вот в совке в конце, в 90-х. Они занимались машинами, вот эти три тачки одного есть, они были в паре. Дмитрий, я не помню его фамилия. И вот второй Хаинов, Геннадий. Геннадий уже умер, вот сейчас его машины, которые остались после него. Они вообще из говной палы клепали. Ну, интересно. У нас тоже что, несколько мероприятий в этом сезоне, но в Санкт-Петербурге. Нужен лифт. Или что, не лифт? Определяем все по значкам. Чувака на Кадиллаке взял. А, это Кадиллак тот? Ну да. Ты только сейчас это вспомнил. Да, вот это, знаешь, сам мысль приходит на опасня, блин. Да? Он даже, наверное, насчет этого не... Прыгает. У того Кадиллак намного еще... Алгейский, по-моему, резкий. Да? Не, вот ты Сереге привет передавай. Она может не на пуле, она может на хитре. Она немного стесняется камеры. Она быстрее. Да. А тачка, кстати, слушай, нормальная тачка. Вообще. Ну, если учитывать, что это не Это BMW. Это BMW, да, в принципе, нормально. Нет, ну если не брать это, конечно, не Это BMW просто. И вообще очень много это шасси, прям много кто его кто хвалит. Она круто крутится. Но она боком хорошо заходит. Блин, естественно. Его же нормальным. Ну, он с котенком там. Пойдем, все, идем. Слива вообще зачет. Но только должна быть на таком моторе. Я тут в историю выкладывал Skyline, который... как она? GTR старый. GTR 32? Да, который прям старый такой, беленький такой. Да, он прям занижение. Он еще меня так показывал чисто в потоке. Чисто в потоке едем, я его снимаю так второй раз. Думаю, главное не упустить. Потом еще хотел поснимать, но он уже уехал. А что ты не взял у него контакт что-нибудь? Братан, не было возможности, потому что он... Мы от него уехали в пробке. А где Рома? Эту машину я уже видел давно. Латина? What's up? Как же здесь тесновато. Тесновато, да, здесь? Ходить. Это тоже где-то видел. А слушай, а это тоже ее же, по-моему. Да. А девочек нормальных не осталось, нет? Все братан закончились. Одна вон идет. Это Серик или Супра? Да, ой, хороший. Красивая, да, такая? Да, вообще красота.
Стилек чисто старенький такой. Идет такой. В туфлях, в рубахе. С пакетом. Вкусно. Очень вкусно. Я хотел старенькое. Очень вкусно. Она прям водичка. Стесняется. Возвращаемся к тому же месту. Откуда пришли? Снимать, да, вообще кадр прикольный. Но это не, не знаю, трушный, не трушный. Да, вроде нормальный, выглядит-то неплохо. Понял, тоже прикол в том, что именно трушный ГТР, он должен быть прикольный. Я с тобой сниму, я хочу. Ты как говоришь, говори в камеру, не слышно это. Говорю в камеру. Трушный ГТР должен быть именно настоящий GTR с приборкой Nismos. Где он очень похож? Да, не, похож. Ну, у него, смотри, на ковшах, на зеленых ремнях. Нормально смотрится, прям такой спойлерок зачетный. Приятно, приятно. О, красивый. Пойдемте Рому уже на 25. Кстати, пленочка такая. Рому снять? Ну да. Пойдем. Ты уже скоро выезжаешь, поэтому? Ну, я уезжаю, да. Говорили же. Ну хотя бы потише стало и народу поменьше. Да. Хотя бы можно посвободнее поснимать. Но я уже тут все поснимал, поэтому. Поэтому. Нет, эти машины прикольные, мне вообще нравятся самоделки. Самоделки. Заезжай. Еще немножко. Давай. И все. Я уйду уже. Стильно смотришь тут? Да вы что? Да. Это было дело. Диски, братан, надо поменять. Еще одна падла. Я уже об этом заранее сказал. А, это по-шаковски. Не, ну слушай, они вживую смотрятся хорошо. Но не на эту машину. Не под меня, да? Хейтер, это хейтер. Хейтер чисто жесткий. Не, я слушаю чисто свое мнение говорю. Не обижайся. БМВшечку я никогда не обижаюсь. Я чисто на классических двигаюсь. Да? Чек? О! На Audi тоже есть чек. Давай, давай, погоди, показывай. Дай, 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 сниму. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть имеется что-то. Ну, 2 литра только так звучит. Зато вот такого не имеет. Только у меня это стиль. Это стиль просто. Красиво, красиво. И у Майкла нет. Веселится человек. Вот сюда, это по жизни. Дим, а еще ты посмотрел человек в своем жизни? На самом деле мы сегодня просто решили случайно приехать на фестиваль, а ты выставил, получается, тачки себе. Да, я сегодня выставил, так получилось, то, что случайно я выставил в Инстаграм свою работу. Ко мне приехал мой друг, вы его очень хорошо знаете и так далее. Ему большое спасибо за съемку. Почему наигрываю? Так и есть. Нормально, нормально. Спасибо тебе за работу и так далее, ты реально классно снимаешь. Были хорошие съемки. Ну слушай, это не конечная съемка, поэтому что, сегодня да, просто завершаем. Да, у нас не конечная съемка, у нас только начало на самом деле, потому что у нас раз работа, два. У нас, кстати, у нас еще есть одно золото. Золото у нас есть. У нас есть старый Кадиллак 70-х годов, который не то что на пневме, а который лоурайд. Мы это сделаем, и у нас будет очень хороший контент. Ребята, вы кайфанете, вы это увидите. И у нас только май. У нас 3 месяца шикарных фестивалей и тюник-шоу. 2-3 коронные фразы, если ты запинаешься, на что-то можно перебразироваться, ну, чтобы твой контент не... Собраться немножко, да, и да, сделать... Да. Нормальный контент. Поэтому... Ну, на самом деле, чтобы снять и красиво показать, надо немножко постараться. Это нас ждут, когда мы тут договорим. Вы наши работы все увидите. На самом деле... Мы будем рады видеть вас на наших работах, посмотреть то, что мы делаем. И, дорогие друзья, если что, обращайтесь к моему другу. На самом деле, Кадиллак прикольный. Вот я его видел, я его показывал. Бля, вот этот стиль просто. Мне он понравился, то, что он такой... Ну, он реально старый. Старый. Такой прям олдовый, но он сделан прям вот как... Если вы вспомните трек Snoop Dogg, когда он едет в лоурайде,
Не, ну это стиль, ребята. Это стиль. Это стиль только на 3 месяца. Это как кабриолет. Задумайтесь об этом. Ладно. На сегодня все. Дальше погнали. Спасибо тебе большое. Ты красавчик. Давай. Рад тебя был видеть. Давай. Спасибо. Все, помчало. Посетили такое мероприятие, немного с ребятами повидался, там еще что-нибудь поснимаем дальше, что будет. Даже что-то как-то настроение максимально поднялось.